Здравствуйте! Вас приветствует магазин Grand Start.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых, костюм для аниматоров. Это Леди Баг из мультсериала «Леди Баг и Супер Кот». В нашем интернет-магазине вы найдете несколько вариантов костюма Леди Баг как для детей, так и для взрослых. Сегодня мы рассмотрим костюм для взрослых. Вот так вот выглядит запечатанный бисер в упаковочке. Побаре у нас визитка Grand Start. Давайте посмотрим костюм. В товаре у нас вот такая вот ярко-красного цвета маска. Маска плотная. Сзади на резиночке. Тянется абсолютно на любой размер головы подходит. В комплекте у нас обувь. Имитация обуви. Вот такие вот ботиночки. Ярко-красного цвета с черными нашивками. Подошва у нас из заменителя кожи, плотный, вы в них можете выступать как в помещении, так и на улице, ботиночкам абсолютно ничего не будет. Такие ботиночки. Далее в комплект у нас входит сумочка, вот можете посмотреть, вот такая вот сумочка в форме Божьей коровки, она на длинной ручке из материала и сама сумочка, она на липучке. Она не такая большая, но довольно вместительная. Какой-нибудь атрибут можно положить и носить его с собой. Вот такая она мягенькая, плотная. В комплект входит у нас нарукавнички. Вот такие вот нарукавнички красного цвета. Вот, тянутся. Два нарукавничка у нас. Далее смотрим, в комплект у нас входит такого же цвета комбинезон, вот вы можете посмотреть, плотный красный материал с черным нашивками у нас, длинные рукавчики в комбинезоне, здесь все вот у нас аккуратненько, все швы прошитые, сзади комбинезон по спинке у нас идет на молнии. Вот такой вот комбинезончик. И в комплект у нас еще помимо комбинезончика входит юбочка. Вот такая вот юбочка в цвет комбинезона. Юбка на резинке тянется. Внутри это выглядит вот так. Все кружочки, они все пришиты, то есть они не на клею. Они все аккуратно прострочены, то есть вам не нужно переживать о том, что во время игры с детьми они оторвутся. Вот такая вот юбочка. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.